Друзья, всем привет! Сегодня у нас снова охота на лося. Приехали с утра. У нас еще есть буквально полчаса до охоты. Андрей Кетнер сегодня не смог поехать. Дела там какие-то у меня. Он Олега взял в качестве оператора. Вдвоем поедем немножко в другое место. Поехали. В прошлый раз были мы на свежих вырубах. Что-то у нас не получилось. Хотя, может быть, это из-за ветра. Короче, сегодня попробуем на старые выруба. Несколько лет вырубам уже. Вот. По крайней мере, в те годы мы по осени ездили. Там всегда были заломы и прочее. Едем опять без разведки. Вот. Так что сейчас уже там просто на месте не будет возможности говорить. Поэтому сейчас сразу все проговариваю. Вот. Уже скоро начнет светать. Поэтому мы сейчас поехали вперед. Не доезжая где-то за полкилометра до вырубов, оставим вездеход и уже пойдем пешком. Весь маршрут у нас, так, по моим прикидкам, где-то 2, может быть, 3 километра займет туда, ну, соответственно, и обратно столько. Будем ходить, слушать. Сегодня тихо, ветра нет, так что, надеюсь, все будет хорошо. Сегодня, Олег, какое число у нас? 21? 21 сентября сегодня. Так что все, вперед.
если на этой точке ничего не услышим, не придет. Придется к речке туда поворачивать. Потому что, по большому счету, меня на километр слышно. В любую сторону. Мы сейчас на самой вершине. И Лося должно быть тоже слышно. Возможно, он сейчас просто ближе к реке где-нибудь. Днем до 16. Комарья очень много. Вороны — это хорошо. К добру, к чичи, к чичи. Может, блядь, сходить туда, до вырубов до тех доехать, до вездеход отойти, там рядышком совсем. Может, там что есть? Там посырее места-то. Там болотина. Сейчас такая сосуда. Короче, решили сейчас обратно идти. До вездехода тут где-то километра, наверное, 4 ушли. 3, может, с половиной. Вернуться и до вырубов доехать, на которых в прошлый раз с кетнерами ходили. Может быть, они все-таки там, потому что здесь даже свежих заломов нет. Там-то и заломы есть свежие, и следы, но в прошлый раз ветер был. А здесь другое место переехал, тут вообще тишина. Одни вши да комары. Сегодня еще тепло, ужас как тепло. Короче, полная тишина. Даже, говорю, следов присутствия нету. Поэтому время еще сейчас без 27. Я думаю, что часика полтора-то можно спокойно манить. Вот это делось-то. Слетело. А, вот. Время года. Без расчески вообще в лесу делать нечего. Хоть на лысо стригись, блин, залезает. Загривок весь искусали уже. Yeah.
Ничего, друзья, у нас сегодня опять не получилось. Даже намеков не было. Следочек один единственный вот здесь прямо у вездехода. Но это, скорее всего, не сегодняшний. Может, вчера прошел. А там вообще нет ничего свежего. Ни заломов, ни следов, ни звуков, никого. Видимо, зверь тут другое время держится, потому что кусты-то видно старые, обломаны. Но вот по тем годам он сюда бывает. В октябре едешь, еще ничего наломанного нет, а в ноябре едешь на первый лед. Уже раз все кусты поломаны. То есть в другое время года он тут ходит. Вроде бы вырубаясь и посвежее, и постарее, а зверя нет. Короче, впустую сходили. Маша, конечно, из-за того, что тепло, сегодня вообще жарко, я бы сказал, даже комары вши эти заели. Ну, короче, опять тренировка номер 3. Наверное, в другой раз в поля поеду. То на вырубах были, на болото. Неохота, честно говоря, ползти за ним. Вот. Наверное, буду пробовать в полях. А так, всем спасибо за внимание. До новых встреч.